итоги недели. Программа актуальных и политических событий на канале Кнессет. С вами Ноа Лави. Здравствуйте. 13 июня будет приведено к присяге правительство под руководством Нафтали Беннета из Ямины и Яира Лапида из Ешатид. Такое решение принял спикер Кнессета Яриф Левин, и у него несколько существенных аспектов. О них поговорим с журналистом и ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Агрессивные демонстрации и экстремизм в социальных сетях. Глава Шабака Надав Аргаман предупредил об опасности разжигания политических страстей и возможных трагических последствиях столь воинственной риторики, в том числе для участников правительства перемен. Обсудим ситуацию с Леором Акерманом, в прошлом высокопоставленным чиновником с Общей службы безопасности Израиля Шабак. В Израиле началась вакцинация подростков, но интерес к прививкам не слишком высокий. В чем причины? Что известно о противопоказаниях? Какие это дает преимущества привитым? Обо всем этом мы поговорим с профессором Яковом Беркуном, специалистом в области педиатрии и иммунологии из медицинского центра АДАС. А также после тяжелого года эпидемии 9 июня в Израиле открывается неделя книги. Однако, по данным Национальной библиотеки, поводов для праздника немного. В 2020 году в Израиле было издано на 2000 меньше книг, чем годом ранее. Цви Конер, председатель объединения израильских писателей, писатель и поэт, расскажет подробности. Все это в нашей программе прямо сейчас. Спикер Кнессета Яриф Левин мог принять решение о приведении к присяге правительства перемен уже на этой неделе. Но этого не произошло. Более того, выбранная для этого дата, воскресенье, обязывает Беннета и Лапида обнародовать коалиционное соглашение в пятницу, то есть за два дня, а не за сутки до церемонии. Политические итоги недели мы подводим журналистам и ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Мы вроде как говорим об итогах, хотя по сути речь идет скорее о прогнозах. Ведь Яриф Левин оставил целое окно возможностей для сторонников Нетаньяху разгуляться на ближайших выходных. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, у нас как бы не принято, чтобы политическая жизнь проходила в шаббат. То есть с вечера пятницы и до вечера субботы говорить на эту тему будет не принято наверняка. И если будет атака на коалиционное соглашение, то вечером субботы, в первой половине дня воскресенья, но вряд ли это сможет остановить. Критиковать можно будет, и наверняка есть за что критиковать. Вряд ли это остановит голосование в Кнессете или изменит результаты голосования в Кнессете в воскресенье. Тот самый, что называется на иврите кампейн Гевальд, который мы наблюдаем за последние дни, от религиозных партий. Там наблюдается полная паника, очень резкие заявления, в том числе призывы Беннета снять кипу, поскольку он недостаточно религиозный для представителей ортодоксальных партий. Это часть стратегии или же действительно ультраортодоксальные партии видят, как от них уходит власть в другую сторону? Смотрите, их поведение не совсем понятно. Они ведь молчали до вчерашнего буквально, позавчерашнего дня, ничего не говорили. И вдруг разразились огромным количеством интервью практически всем каналам. Я думаю, что их подтолкнул их коалиционный партнер к этому, за которого они держали все эти четыре выборные системы. Но Нетаньяху сейчас ко всем обращается, кто проявляет пассивность, скажем так, в критике будущего правительства. Но это с одной стороны. С другой стороны, они увидели, что ситуация для них развивается в наихудшую сторону, которую они могли себе представить. То есть для них это кошмар просто. То есть то, что Авигдор Либерман, их злейший враг всей предвыборной кампании, становится министром финансов, что он будет контролировать финансовую комиссию Кнессета, которую до этого контролировал Моше Гафни, представитель партии Адута Тара, худшего развития событий они, видимо, себе и представить не могли. И поэтому мы видим такую жесточайшую атаку на Нафтали Беннета. Он для них, как они сказали, он для них равен Яиру Лапиду. С Яиром Лапидом у них тоже сложные отношения, поэтому и такие призывы: сними кипу, не позорь иудаизм и так далее. Но их реакция понятна. Ничего хорошего они ожидать от правительства, конечно же, не могут. И будет наверняка, вот смотрите, в планах правительства принять какие-то реформы, которые заставят ортодоксальную молодежь выходить на работу в 21 год. Руководители партий, а там, смотришь, и до армии дойдет. Они категорически противились этому. И, конечно, над ними нависла страшная угроза, но они в какой-то степени сами виноваты, потому что им предлагали войти в это правительство, они отказывались. А теперь уже говорят, ну извините тогда.
О чем вот. Депутат Пиндрус, например, говорит с гордостью, что они отказались входить в это правительство, поскольку оно никаким образом не собирается сохранять еврейские ценности государства Израиля, в том числе не заботится о статусе кво. Текст коалиционных соглашений, в тексте там написано, что все стороны обязуются сохранять существующий статус-кво, и тем не менее это не останавливает ультраортодоксальные партии. Насколько действительно может существовать стратегия, при которой сейчас вот эти вот политические страсти будут доводиться до максимальной эскалации, чтобы все-таки что-то произошло до 4 часов дня в воскресенье, когда должна быть приведена к присяге новое правительство? Смотрите, мне кажется, в этом плане изменений вряд ли стоит ожидать, потому что максимальное давление было оказано вот на те звенья, которые казались слабыми, то есть Нир Орбах, в частности, в партии Ямина. Он не прогнулся, он заявил, что он поддержит правительство, и теперь этих звеньев практически не осталось. Я не знаю, что может произойти. Сейчас понятно, что есть много специалистов, которые знают, какое будет правительство, что оно будет нерелигиозное, что оно, как говорят ортодоксы, оно будет пытаться отделить религию от государства. Там самые кошмары такие рисуют. Конечно же, им не нравится, что собираются выделять бюджеты реформистскому движению в иудаизме. Они всегда этому категорически сопротивлялись. Но я не вижу... Смотрите, в Израиле возможно все, как мы с вами знаем, да, но я не вижу какой-то помехи, которая может остановить голосование Кнессета в 16 часов воскресенья и тому, что правительство будет создано. Вряд ли что-то может случиться. Все уже было испробовано, начиная с 23 марта, и ничего не сработало. Для чего же тогда было оттягивание времени? Я не знаю, на что надеялись ортодоксы. Я вообще-то думал, что они в конце концов позвонят Беннету и Яру Лапиду, скажут: господа, надо поговорить. Нет, не так прямо, но они скажут: есть темы, надо обсудить кое-что. Но, видимо, может быть, Нетаньяху их убедил в том, что это правительство долго не продержится, и сейчас им лучше быть рядом с ним, вместе с ним, а не предавать своего коалиционного партнера. Вы слышите в том лагере голоса, которые говорят, может быть, о том, что они сделали ошибку, что их расчет оказался неправильным? Вы знаете, если они наверняка есть, только мы их, может быть, не услышим, потому что мы в основном слышим выступления лидеров этих ортодоксальных партий. Там, может быть, есть какое-то обсуждение в их кругах, в их прессе и так далее. Но я думаю, главный расчет на то, что говорит Нетаньяху. В общем-то, они идут в русле того, что заявляет Нетаньяху, что это правительство мы свалим и очень быстро, потому что оно искусственно собрано, там многочисленные противоречия интересов, и оно долго не продержится. Я думаю, ортодоксы рассчитывают на это именно. И поэтому и сейчас заняли такую антагонистическую позицию по отношению к правительству и к Нафтали Беннету конкретно. Ну и последний вопрос касается именно Нафтали Беннета, который своим этим шагом в определенном смысле подрастерял, очевидно, часть своего электората. Насколько его благополучное, будем надеяться на это, премьерство может вернуть ему популярность? Ну, в этом его единственный шанс, да. Он, конечно же, подвергался многочисленной критике, и было за что. Он фактически полностью изменил своим предвыборным обещаниям одной его части. Те, кто его критикует, видят только одну часть его предвыборных обещаний, но он это настолько наглядно продемонстрировал, как мы знаем, в прямом эфире подписав обязательство не входить в правительство Лапида и не входить в правительство с арабскими партиями. Но другую часть его обещаний, предотвратить пятые выборы, критики его забывают, хотя была и такая обещание. Я вообще не очень понимаю. Я считаю, что вот легитимно критиковать Беннета сторонником партии Ционута Датит, Виталий Смутович, потому что он не изменил себе. Угу. Сторонники Ликуда критиковать Беннета за обещания, которые не были выполнены перед выборами, как бы у них меньше на это основании, потому что лидер их партии, по-моему, на сегодняшний день по количеству таких обещаний все-таки рекордсмен на первом месте. Но спасти Беннета может только 2 года его нахождения на посту премьер-министра. Это единственный его шанс стать популярным, потому что 6 мандатами часть избирателей, которых обрушиваются на него с критиками, мы не за это голосовали, но посмотрим. Ну, что, смотрите, в любом случае, это совершенно беспрецедентная ситуация, когда главой правительства становится человек с 6 мандатами.
Да, в нашей политике мы уже знаем, я об этом постоянно говорю, возможно, абсолютно все. Вот на этих выборах мы стали свидетелем, подтвердилась эта истина, в общем. Подтвердилась эта истина, зато нам есть что обсуждать в этой студии, и не бывает скучно. Привет. Павел Маргулян, спасибо большое. Спасибо вам, всего доброго. Глава общей службы безопасности Шабак Надав Аргаман выступил в начале недели с призывом прекратить подстрекательство, а также предостерег против опасных последствий накалившихся до предела страстей в связи с созданием правительства перемен. Насколько реальны эти опасения и кому на самом деле адресован этот призыв, мы хотим обсудить с бывшим высокопоставленным сотрудником Шабака Леором Акерманом. Леор Акерман, шалом рав. Шалом уваха. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים הרבה על השיח האלים, על ההפגנות הפרועות, נקידת עמדות קיצוניות, שמענו גם מחברי כנסת לצערי, אמירות כמו טרוריסטים, מתאבדים וכל מיני כאלה. איפה בעצם עובר הקו האדום הזה שגורם לראש השבק לצאת בהצהרה דרמטית? אני לא יודע מה המידע הספציפי שהיה מונח מולו בימים האחרונים שגרם לו לצאת בהכרזה הזאת דווקא עכשיו ולא קודם, אבל אני חייב לומר שאני עוסק בזה כבר חודשים ושנים. אני חושב שההסתה לא התחילה עכשיו, אני חושב שהיא מובלת על ידי מנהיגי ונבחרי ציבור לאורך שנים, ימנים נגד שמאלנים, שמאלנים נגד ימנים, דתיים נגד חילונים והפוך, ערבים נגד יהודים. השפה היא מאוד בוטה, השיח מאוד מסוכן, והבעיה העיקרית שאין שום אכיפה. בסוף השארנו את האכיפה לרשתות החברתיות, פייסבוק ואינסטגרם וטוויטר, מחליטים את מי לצנזר ואת מי לא. אין אכיפה, החקיקה מאוד מאוד לא רצינית, וכל אחד מרשה לעצמו לומר מה שהוא רוצה, לדבר איך שהוא רוצה. הציבור מסתכל על המנהיגים, רואה איך הם מתבטאים, ומרשה לעצמו לעשות את זה ברשתות החברתיות, באופן חופשי, ואין אכיפה. וזאת הבעיה המרכזית שלנו, אין הרתעה, ולכן כל אחד מרשה לעצמו לומר מה שהוא רוצה. וכשרבנים אומרים שאפשר לעשות הכל, וחייבים לעשות הכל כדי למנוע הקמה של ממשלה, אז גורם בודד כזה או אחר כלשהו, עשוי לפרש את המילה הכל, כפשוטו וכמשמעו, הכל, אפשר לעשות הכל, זאת הבעיה. כן, בהחלט יש רטוריקה מאוד בעתית מכל הצדדים, יש לציין שזה גם מצד ימין וגם מצד שמאל, אבל בכל זאת נהוג כמובן להשוות את זה לצערנו לשנת 95, שלא היו רשתות החברתיות, אולי להפך עצם העובדה שאנשים יש להם את הפתח העברור הזה, שהם יכולים להתכסח אחד מול השני בלי לפגוע פיזית במישהו, אולי להפך זה מין סוג של רשת ביטחון שלנו, שאנחנו לא נגיע לאירוע דרמטי חס וחלילה בסדר גודל כזה. כן, אבל זה לא בדיוק נכון, כי ציבור גדול ואנשים בודדים מסוימים, עם אופי מסוים וחינוך מסוים, שומעים מנהיגי ציבור שהם מבחינתם נתפסים כבעלי דעה, הם שומעים רבנים או בצד הערבי, הם שומעים שכים ואימאמים, הם שומעים אנשים שמבחינתם האמירה שלהם יש לה משמעות, והם אומרים שצריך לעשות דברים ואפשר לעשות דברים וחייבים לעשות דברים, מבחינתם זה סוג של גושפנקה, של אישור, לנקוט בפעולות גם אם לא חוקיות, כי יש אנשים שחושבים שחוקי האל או חוקי האידיאולוגיה הם מעל חוקי המדינה. וזאת הבעיה המרכזית. ברגע ששלחנו את המילה החוצה, אין לנו שליטה על מי היא משפיעה, ופה אני חוזר חזרה לעניין האכיפה. אם בארצות הברית, שהיא מדינה דמוקרטית, מודרנית, חוק ההסתה מאפשר היום ביצוע של אכיפה, מעצר, חקירה של אנשים מרגע שהם נשאו דברי הסתה, הרי שבארץ החוק לא מאפשר את זה, והוא מחייב הוכחה מאוד מורכבת ומסובכת שאותם דברי הסתה אכן גרמו לאיזושהי פעולה, מה שלא מאפשר בעצם אכיפה ממשית, לא על ידי שבק ולא על ידי משטרה לצערי הרב. לאור, אתה חושב שבאמת קיימת עכשיו סכנה ממשית לחברי הממשלה הבאה? תראה, אני לא בטוח שקיימת כרגע סכנה מוחשית שמישהו מזהה. אני מניח שאם היה מודיעין נקודתי שנוגע לאנשים ספציפיים או להתארגנות ספציפית שמתכננת לפגוע במישהו, אז היו מעצרים והיו סיכולים. כנראה שזה לא קיים. אני חושב שראש שבק חושש בעיקר מאותו זאב בודד, דוגמת יגאל עמיר,
שאף אחד לא הנחה אותו ללכת לעשות את זה, אבל הוא שמע הרבה אידיאולוגיה ושמע אישורים של רבנים. והוא הושפע כמובן מהרבה מהדברים. מה אתה חושב, אבל לצערנו, לצערנו אנחנו מבינים שההסתה לא תסתיים גם כשתתחלף הממשלה, זה מגמה שהיא גם מגמה עולמית. איך אתה רואה באמת אפשר, אם לא להפסיק את זה לחלוטין, ברור שאי אפשר לעשות את זה כרגע, אבל לפחות למתן את השיח הזה? אני חושב שצריך לעשות שני דברים, ואמרתי, ומאוד מאוד מסודרים. מצד אחד, פעולה ממשלתית יזומה של מיזם שתוביל אותו הממשלה לשנות את השיח מרמת הכנסת, דרך השרים, כולל חיוב שלהם באמנות מסוימות, לשיח מסוים, כי זה זולג למטה. זה דבר אחד, והם מסתכלים על הנבחרי הציבור העם ומתנהגים כמוהו לצערנו. הדבר השני זה הגברת האכיפה, חד משמעית, החמרה בחקיקה ומתן אפשרות לגורמי ביטחון לבצע סיכול, הרתעה ומעצרים, גם לאנשים שעוברים את הגבול בדברי הסתה ודברים בוטים, וזה יתחיל לייצר הרתעה, ואני חושב שאנשים יחשבו פעמיים. שילוב של שני המהלכים האלה יכול להביא לשינוי. טוב, אז לממשלת שינוי יש הרבה מה לעשות, ללא ספק, גם בתחום הזה. לאור אקרמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. На этой неделе в Израиле началась вакцинация подростков от 12 до 15 лет. Напомним, что ранее вакцинация была доступна гражданам, начиная с 16-летнего возраста. При этом Министерство образования настаивает на продолжении масочного режима во всех учебных заведениях. И главным стимулом для прививки подростков могут стать, как ни странно, летние отпуска. Для непривитых граждан любого возраста обязателен карантин после возвращения из-за границы. Так ли это, узнаем у профессора Якова Беркуна, специалиста в области педиатрии и иммунологии из медицинского центра АДАСа. Профессор Беркун, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Много говорилось о том, что уже достигнут коллективный иммунитет, нет необходимости прививать детей. Эта категория включала подростков или же подросткам все-таки желательно привиться? Ну, это вопрос сложный. В принципе, конечно, всем желательно привиться. Но это зависит от вероятности заболеть. И на сегодняшний день при таком потрясающем успехе кампании вакцинации и очень низком количестве активных больных срочность в этом отпадает. Но, в принципе, стоит вакцинировать всех, чтобы все были привиты и чтобы этот вирус не был новым для людей. Разумеется, родители очень боятся возможных осложнений, тем более, что интернет полнится всевозможной информацией, часть из нее непроверенная, есть еще часть конспирационных теорий. Каких осложнений действительно стоит опасаться, а что, в общем-то, вы можете сказать этим родителям? Ну, начнем с фактов. Одна из теорий конспирации – это что вируса вообще нет, но это не будем обсуждать, конечно. Другая тема – это то, что дети болеют очень легко, что в подавляющем большинстве правда, но тем не менее свыше 1000 детей были госпитализированы, из них свыше 150 были госпитализированы в тяжелом состоянии с активным заболеванием ковида. А также, это обсуждалось неоднократно, немало детей было госпитализировано с осложнением ковида, то есть они почти что бессимптомно переболели вирусом, но потом развили такое реактивное, воспалительное, крайне тяжелое заболевание, которое поражает и сердце, и кишечник, и дети госпитализированы в отделениях реанимации, и таких было свыше 100. То есть вдобавок к тем 150 тяжелым больным с ковидом самим, еще свыше 100 из них только в Иерусалиме было около 60 таких детей. То есть, по моим подсчетам, один из 1000 переболевших детей страдал вот таким осложнением тяжелейшим, поражающим сердце и другие системы. Так что этот постулат тоже неправильный. Ну и опять же, для школьников, которые в классах вынуждены по-прежнему носить маски, очевидно, все-таки если там будет достигнут высокий процент вакцинации, то Министерство образования пересмотрит свои рекомендации, очевидно. Да, конечно, пересмотрит. Но как любой новый медицинский препарат, любая вакцинация, нужно проводить исследования.
исследования. Вот были проведены исследования. И на первых этапах, то есть официальное исследование, которое провела компания Pfizer, результаты которого были опубликованы в серьезном медицинском журнале, показало, что эта прививка очень эффективна для подростков, и у нее практически, кроме легкого какого-то воспаления после второй прививки, у нее нет побочных явлений. Тем не менее, в Израиле... Легкого воспаления локального или даже легкой реакции иммунной системы, такая как температура, слабость, ну, похоже на... то, что мы наблюдали у взрослых людей. Но в последнее время поступили сигналы о том, что буквально через несколько дней после вакцинации есть воспаление мышцы сердца. В 95% это практически, оно очень легкое, и обнаруживается только специально проведенными анализами, и практически больные ничем не страдают, и у них ничего не остается, никаких осложнений, но один из 100 000 приблизительно есть серьезное воспаление миокардита. Поскольку это явление наблюдалось у молодых людей, чаще у мужчин, то поэтому не было, Министерство здравоохранения не рекомендует обязательно всех подростков вакцинировать, а было решено, что на первом этапе будут привиты только дети с фактором риска. То есть в любом случае, на самом деле, если подводить вот итог, то родителям, которые сомневаются, стоит обратиться к семейному врачу, спросить его рекомендацию, который знает всю историю болезни, все возможные осложнения, которые могут быть у этого конкретного ребенка, и принимать решение на основании этих данных. Конечно. Профессор Беркун, не нужно бояться вакцинации, но надо посоветоваться. Профессор Беркун, спасибо большое. Вы, как всегда, разъяснили непростые вопросы, и мы желаем вам крепкого здоровья и всего наилучшего. Всем здоровья! 9 июня в Израиле открывается неделя книги, после того, как в прошлом году этот праздник был отменен из-за эпидемии коронавируса. Однако ее последствия ощущаются и сегодня. За последний год количество изданных книг снизилось на целых 2000. Это с учетом того, что в последние годы и так этот показатель не дотягивал даже до 10 000 книг в год. Цви Канир, председатель Объединения израильских писателей, писатель и поэт, с нами на связи. Цвика, шалом рав. Бокер тов. Эфшар лагид хаг самеах, ашана зе ахен миткаем. Кен, ани самеах шезе миткаем, авал ат йодат, анахну пеилим кол ашана битхумей сифрут. Мисен, шбуа сефер азе הוא רק מקטע קטן מאוד. כן, נכון, אבל בכל זאת עברה שנה מאוד קשה, היו בה היבטים טובים יותר, אנשים התחילו קצת יותר לקרוא בדיגיטל, והיבטים קצת פחות טובים, הדפיסו פחות ספרים. איזו שנה עברה עליכם, על הקולגות שלכם? אני לא חושב לפי מה, אני לא יודע, אני ראיתי את הנתונים האלה, נדמה לי שהנתונים האלה לא משקפים נכון את המציאות. מה המציאות מהזווית שלך? איך אתה רואה אותה? תראי, כי יושב ראש הגעת הסופרים העבריים, מה שמעניין אותי זה ספרי המקור בעברית. ולפי מה שאני ראיתי גם בנתונים, בשנה הזו הודפסו יותר ספרי פרוזה ושירה בעברית מאשר בשנה הקודמת. יש ירידה אולי בספרים אחרים, ספרי עיון ובספרים, סוג של אנציקלופדיות למיניהן. והספרות יפה, מה שקרוי, שירה ופרוזה, יש עלייה. ויש גם עלייה משמעותית מאוד של 45%, משהו כזה, בפרסום של ספרי שירה. כך שאני דווקא הופתעתי מאוד, ואני שמח על כך. כל המעבר הזה לזומים, לוידאו קונפרנס וכל מיני דברים כאלה, הטכנולוגיות שאולי השתמשו קודם פחות, עכשיו יותר, האם זה משהו שהגדיל את החשיפה אולי? חד משמעית. אני חושב שלאגודת הסופרים ובכלל הסופרים למשורים, הזום עשה שירות מצוין. הייתה לי הזדמנות, אני מעביר כמעט כל שבוע עכשיו 3 או 4 אירועי זום, הייתה הזדמנות לחשוף את הספרות העברית לדורותיה, לא רק במרכזי הערים, אלא בפריפריה, וגם להרבה קוראי עברית בחוץ לארץ. יש לנו היום, לאגודת הסופרים, יש קבוצות שלמות שמחכות להופעות הזום, מארצות הברית, מגרמניה, בלונדון, מאוסטרליה, ניו זילנד, בכל העולם. מבחינה זו, הזום עשה שירות מצוין לחשיפה של הספרות העברית והשירה העברית. כשאנחנו מדברים על הדור הצעיר יותר, האם אנחנו גם רואים איזו מגמה חיובית, אולי בדיגיטל? קודם כל, אני שמח גם שקוראים בדיגיטל.
אני בזמנו שיניתי את הקנון אגודת הסופרים, וספר יכול להיות גם ספר דיגיטלי, ולא רק ספר בנייר. אני לא כל כך מתמצא במה שקורה אצל הדור הצעיר, אני רק יכול לומר לך מה שקורה אצל הנכדים והנכדות שלי, אז הם קוראים הרבה, אבל הם קוראים הרבה ספרי פנטזיה, פחות את הספרים שאני הייתי נוהג לקרוא כשהייתי צעיר. אולי זה ענייני גיל ופערי הדורות, אבל בכל מקרה הם קוראים, וזה מה שחשוב. חד משמעית, חד משמעית, אני חושב שקוראים, קוראים הרבה. הרבה זה תלוי גם בבית עצמו, אני חושב שזה הדבר המרכזי בכלל בנושא של קריאת ספרים. אם הבית הוא בית של קריאת ספרים, בית תרבותי, שהספרים נמצאים בסלון ולא זרוקים לשופינה בחדר הצדדי, והילדים גדלים באווירה של קריאת ספרים, הם יקראו ספרים. אבל בואו נסכם קצת את, בעצם את השנה הזאת המאוד מיוחדת, ואנחנו מגיעים כשהדפיסו כמעט 2,000 ספרים פחות, לפחות זה לפי המספרים שמפרסמת הספרייה הלאומית. הם טוענים שפחות, אנחנו גם ככה במספרים מאוד נמוכים יחסית לדפוס. האם זו מגמה שתישמר גם אחרי הקורונה, או שאתה חושב שבעוד שנה אנחנו נראה התאוששות ואנחנו נגיע למספרים הרגילים? אני חוזר ואומר, אני רוצה לקרוא לך מתוך אותם נתונים של הספרייה הלאומית, שהם מציינים כי מגפת הקורונה כמעט שלא פגעה בסוגת הפרוזה והשירה, ולמעשה חלה עלייה מסוימת במספר כותרים בסוגות אלה. ואת מה שאותי כיושב ראש אגודת הסופרים מעניין, זה הפרוזה והשירה העברית. אם ישנה ירידה של 30% בספרי עיון, זה תחום אחר שאינו נוגע אליי, ואולי זה מטריד, אבל זה כנראה סיבה שספרי עיון פחות קוראים. אבל פרוזה ושירה, ישנה עלייה, אני חושב שהעלייה הזאת יימשך. אני גם חושב שישנה חזרה לקריאת ספרים, זו תופעה עולמית, אנשים מחפשים שוב את הספרים, אפילו ספרים ישנים. אז זו גם בשורה מעודדת, זו גם בשורה מעודדת ליוצרים עצמם, לסופרים ולמשוררים. תראי, אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם סופר. סופר או משורר זה אדם שמגשים חלום. זה לא מקצוע, לצערי הרב, כן? אני מנסה. אתה אומר את זה מניסיון, כן. אני אומר את זה מניסיון, אני מדבר איתך ממשרד עורכי הדין שלי. אז זה לא מקצוע, לצערי הרב. אני העברתי כבר בזמנו טיוטות לשרי התרבות השונים, של חוק מעמד הסופר וכיוצא באלה, אבל זה אולי בתחום האומנות והבידור, זה המקצוע היחידי שהוא לא מקצוע. אבל סופר ומשורר רוצה להגשים חלום, וככל שישנם אנשים שרוצים להגשים חלום כזה, הם ימצאו את הדרך לפרסם את היצירות שלהם. יש היום עשרות הוצאות לאור קטנות יותר, מצומצמות בהיקפן. נכון, סופר ומשורר לצערי הרב, לפעמים מממן את כל הספר או משתתף ברובו, אבל מי שרוצה להגשים חלום, כנראה צריך לעשות את זה. שאלה לקינוח, צריך שבוע ספר? צריך, אבל זה לא מספיק. אני חושב שאנחנו כמעט המדינה, במרכאות המתורבתת היחידה, שאין לה יום של חג ספר, או חג שירה, או יום שירה, שמקדישים בכל המוסדות, מהבוקר ועד הערב, עושים אירועים בכל הארץ, אז צריך, תקשיבי נועה, המוסד החינוכי שלנו קוראי בית ספר, זו שפה היחידה בעולם שספר נמצא בתוך המוסד החינוכי, בשם של המוסד החינוכי שלה. מדינת ישראל הייתה יכולה לעשות הרבה יותר בתחום ההתעניינות בספרים והקדשה לספרים. טוב, אז השבוע הבא אמורה לקום ממשלה חדשה, אז אולי יהיו לך רעיונות שאתה תוכל להביא גם לה, לאור העבר הפוליטי שלך. הקריירה הענפה. זה לא רק העבר הפוליטי שלי, חתני היום חבר כנסת, אז את יודעת, אולי אני אשתמש בכישורים האלה גם כן כדי לקדם את נושא הספרות והשירה, ללא ספק. נשמח כמובן, וחג ספר שמח, בכל זאת שבוע ספר שמתקיים השבוע, זה חג בהחלט, ובשורות טובות. תודה רבה לך על הזמן שהקדשתם. זה יפה שערוץ הכנסת מקדיש זמן לתרבות וספרות. ללא ספק, תודה רבה לך. תודה. На этом наша программа подошла к концу. Мы с вами увидимся на канале Кнессет ровно через неделю. До этого вы можете следить за последними политическими событиями на иврите в Твиттере, Фейсбуке и сети Телеграм. Всего наилучшего.